В Ульяновской области начался набор в Яндекс.Лицей. Школьники региона могут учиться на 4 площадках, одна из которых – лицей при Ульяновском государственном техническом университете. Попробовать свои силы в федеральном проекте «Яндекс.Лицей» могут 8- и 9-классники. Программа обучения рассчитана на 2 года. На первом этапе школьники изучают язык программирования «Путон», а во втором осваивают азы промышленного программирования. Занятия бесплатны и проходят в форме дополнительного образования на 4 областных площадках – лицее при ЛГТУ, техническом университете, детском технопарке «Кванториум», городской гимназии Димитровграда. Обучение стартует 2 октября и продлится до конца апреля. Занимаются с детьми преподаватели вузов, сертифицированные Яндексом. Школьники обучаются реальному программированию, не академическому, не тому, которое, ну, например, обучается в школах или при подготовке к ЕГЭ, а более приближенным к реальным задачам. То есть, по сути, выпускник Яндекс.Лицея может уже пробовать себя как разработчик в компании на должности младшего разработчика. Отбор в лицеисты проходит в 2 этапа. Сначала нужно зарегистрироваться на сайте Яндекс.Лицей и пройти онлайн-тестирование до 11 сентября. После – очное собеседование, которое завершится 22 сентября. Планируется, что в этом году начнут учебу более 50 человек. Напомним, проект Яндекс.Лицей реализуется на территории региона с 2017 года в рамках регионального документа «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». За это время 33 школьника прошли полный 2-годичный курс обучения и попробовали свои силы в решении специальных задач от компании «Яндекс». Наталья Чумаченко, Александр Кутряшов, Новости Ул. Правда ТВ,